преимущество перед всеми персонажами, кто умеет стрелять фаерболами, тем, что он их жрет, и хватит пик-триггер просто очень быстро. Но он... И чем он их жрет? Этими самыми? И скилл у него поглощает стайл и копит очень много пик-триггеров. Очень. Что насчет зонинга с этим самым скеном? Он за счет рекавери у них бумок вообще как-то выигрывает? Не надо с ним зонить. Он просто делает вот так. И он практически уже, короче, триггер делает универсал. Вот сейчас можно телепортироваться. Подойдем по шифту на ушку. Это минус 5 накатывается геном МП-шки, по-моему, 4 фрейма. Ну, колено ты имеешь в виду. Да, колено минус 5. Колени надо панчами наказывать. Минус 5 оно, кстати, на хите. На блоке можно расположить. Нет, на блоке минус 5. А на хите чё? На хите... Потом регулятор не нужно шарить, ты делаешь предзаказ в Европе, который бесплатный, и тебе дают демку. Изи. Так что если у тебя ее еще нет, как бы иди. Иди и скачивай. Сейчас я насосу. Комбос. Почти стан. Да, мэт почти стан. Зал. Бесплатный предзаказ, да, деньги не снимают просто. Их снимают типа за пару дней до релиза. Просто. Ну да, что-то такое. Росу. Не, Кен что-то не то делает, но краш-кантер хотя бы. Краш-кантер застапил. О, хорош. Норм комбуя. Найс. Не успел щит. Ранненько. И здесь лайт уже любой, да. Вот этот мунсолт, короче, почему-то очень многие думают, что не комбится, не продолжается, что вообще говоря, там песня. Мэтт, слышь, когда тебе вот эта херня ногами прилетает, нельзя жать после нее. На самом деле можно. Ну типа, если хочешь контр получать, да, и. Нет. Я на есть фрейм ударил. А сколько там на блоке? Плюс один. Ну так. Нет, трех фреймов ударов. Его будет. Ну так смотри, у него 4 фрейма ударов становится, а у Нэша тоже там 4 фрейма панч. Ничего хорошего. Слушай, не будет. Он делает это смаку и трейдится на свою пользу. Знаешь, может юзать триггер гораздо больше. Ну, хотелось бы. Серега, видимо, каких-то сетапов ждет у него. Бросок. Типа, не просто так на телепорте. Окей, он внезапно. Да. Он минус миллион. И да, и наказание, естественно. Решил на супер не тратить. Непонятно почему. Хотя... О, о! Ну это что-то не то. Парашка залетела. Да, это парашка. Да, с ума. Видеоклип сохранен. Да, с ума. Один! Нет, комба, ага. Ну это совсем, короче, херня была. И опять под ножки все сбивает. Это не такой. Ой, хорош, прям трапчики. Если бы он с конфермом, то это будет... Камбуэ! Но... А, он выбил ему витригер сейчас на вейке. Витригер выбил только со второго кадра. И у вас на лице нога. Nash wins. Ну опять-то, да, мы там опять пропустили, короче. Выигранные бои. Чё-то ну такое. Нужно. А ты всё не хрень играешь. Да. Играть, да? Федя ушёл играть.
Так что теперь не у кого спрашивать о том, что происходит на экране. Да, я играю сегодня во все. В Сейфе я уже один раз проиграл. Ну и в ГГ все будет достаточно быстро. Потому что я как минимум даже не то, что даже, короче, скилл не очень. Я еще и не на своем девайсе, поэтому все плохо. Арника и Фангу. Топовый бой сегодняшнего вечера. После проигрыша Брокена, я думаю, Фидос вытянул этот матчап. Брокен он проиграл, соответственно, на этой самой Сахалинской лиге в онлайне. Как говорил, что у него большие проблемы с персонажем. Хороший вопрос про сетку, я чуть позже отвечу. Наказание. Сетапчик под вейк, но Фидос лежит. А, хорошо, сантисипейтил дропкик. Прыгнул, тот вифнул и, соответственно, Фидос наказывает. Ну все, ресеты в углу поехали, то есть анальные комбы. Сейчас что-то вот просто будет тыкаться, пока Фидос нам кнопку не нажмет или что-нибудь такое. Бросает его Ника. Ника. А где туча-то, Почему? Да я понял, да. А почему тогда у него тучу не поставил? Что-то я не понял. Ну как ты сказать, проблема против йолы кнопкожателей? Типа нельзя сказать, что афро жмет кнопки. Кьюдзу-то может и жал, но какая разница, если он выиграл только один бой, и потом его скачали и выиграли. А, понятно. Я же говорю, вот как бы некого спрашивать о том, кто, что на экране происходит. А сам я игру знаю очень слабо. Практически. Хо-хо! Final round. Fight. Продолжаем. Возможно, должен убить. Но не факт. Давайте посмотрим. Да, остается последний волшебный пиксель. И здесь все шансы на камеру. Сейчас будет супер, потом еще раз продолжим тикать. Серьезно, бросаем. 1-0 выигрывает, получается, FLCL. Мика wins. Или подключать свой хитбокс Фидос, чтобы случайно не отключиться во время игры. Ладно, первый раунд. Начало от
фанга, где сбоку вверх. Оп-оп. Ничего не красивый тайминг, но сделал умный человек, не едет туда. Живет рамбом. Ну вот пусть почему-то уже неоднократно съедает. Знаете, не реализован. Загоняет дуров. Ух! Рефлексии БГшник своим. Что там сделать? Ужасно получилось. Плюс, но все, летит просто армором. В этот раз не было, в этот раз получает карт-даунчик, видите? Добрый лайтами добивает пинг-понг туза. Неплохо, неплохо. Получил, доспин, получил, матчпоинт. Попытка лайтами попиться, а чипоут не получилось. Догоняет его в угол. Что же будет делать? Да, давненько не было просрочка, по-моему, это первый просрочек. В этом сете это будет очень больно. И просто один сетап отделяет Кунзео от выхода в топ-3. Но решил ничего не делать, побоялся супера. А сейчас получает урон. О, хороший шин. Фидоспин, давай. Нажимай. Что-нибудь, что-нибудь. Хороший кил. Доспин. Но получил не так-то. Знаете-ка. Контри тучку, убивает, Кунзео выигрывает 2-0, уверенно, просто попадает в топ-3. Фидоскин же падает у озера, у Кунзео сейчас будет ожидать победителя. А, да, победителя пары Дерлин и Метро. А здесь кто? Так, значит, термин против метро, да, два раза мальчишки. Ага, еще и по другому сидят, или, да? А Фидос и Апро играли не только в онлайне, они играли пару дней в офлайне. Насколько помню, Фидос подписывается Афро каждый раз, когда приезжает в Екатеринбург. Так что они очень много наиграли. Тихо слышно комментатор. Ну, я стараюсь как могу, но тут какой-то несусветный ад творится. Я стараюсь. Да? Начинается игра метрового термин. Термин начали метрового Нэша. Метров показывает удивительно четкую игру. Ушатал просто голос поставлю, и он возвращается. Я его сейчас буквально сменю. Возвращается вроде и сделал, может быть даже выиграл чего. А, первый раунд. Термин игра начнет с Подукина. Неожиданно. Нэш выиграет тактику, не подходи ко мне, я пытаюсь тебя отзорить. Допускает ошибку, нажав не тот нормал. У Нэши очень много, и нажимать то нужно правильно. О, это парнишка, довольно больнее, но блин, летает в эстерон, просто пытается что-то сделать, я не понимаю даже.